когда уели Токсиса Фит, чё? Планировался? Я не знаю. А у тебя? Я не хочу. Нет, я не хочу. Ну, он просто такой парень, супер приятный, и я не хочу, чтобы он думал, что мне от него что-то нужно. Это самое, наверное, отвратительное чувство. Поэтому не хочется. Если когда-нибудь он сам типа захочет, такой, бля, я вот хочу там, вот давай с тобой что-нибудь сделаем, то я скажу, бля, брат, конечно, нахуй. Потому что я считаю, что это такая лицемерная тема, когда вот чел выстреливает и к нему начинает тянуться, и вот кто-то делает фиты и так далее. Я не говорю про буду наоборот его подтягивать. Ну, типа, он сделал жест, типа, потянул. Ну, не то, что потянул, он типа... У Будды дохуя медийки в музыкальном плане, и это очень взаимовыгодная хуйня, то, что они сделали. Я говорю про боли челов, которые нахуй никому не нужны, и вот кто с ним будет делать, мне кажется, что, не знаю. Мы ему все говорили то, что ему сейчас нужно делать, ему нужно выпускать сольный материал. Ему нельзя сейчас распыляться и делать со всеми фиты, это он потеряет свою актуальность, индивидуальность. Ему нужно заниматься соло-творчеством, иногда с кем-то фиты, он должен соло сейчас делать. Все, что он делает соло? А, ага.